Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Уже неоднократно мое внимание привлекала серия, уверенно стоящая на полках в книжном магазине рядом с Жизель, творцы их музы, любовная драма. Разумеется, сразу же понятно и какой это жанр, и чему будет уделяться внимание, но искушение проникнуть в тайны этой серии было велико, и я выбрала из 7 книг художники-композиторы в любви и творчестве автор Николай Шахмагонов. И не торопитесь меня осуждать, дорогие слушатели. Мне любопытен был сам принцип изложения материала, угол зрения, глубина проникновения в творческий процесс и влияние жизненных обстоятельств на мировоззрение великих. Как пишет Википедия об авторе Николае Шахмагонове, это современный российский писатель, автор серии художественно-исторических биографий и ряда художественных произведений, а также большого количества стихотворений, многие из которых стали песнями. Полковник запаса. Ну что ж, поверим. Тем более сам автор, к моему удивлению, в книге не единожды ссылается на Википедию, ничуть не смущаясь. Мы, кстати, говорили о его книге «Любовные драмы русских писателей». А есть еще «Женщина Льва Толстого», «Светлейший князь Потемкин Екатерина Великая», «Русские государи в любви и супружестве» и тому подобное. Итак, в книге 9 разделов, и каждый из них посвящен жизни, творчеству любви в разной пропорции, выдающей представителям русской культуры Брюлову, Глинке, Айвазовскому, Кипренскому, Чайковскому, Маковскому, Левитану, Поленову. У автора странная манера изложения. Я просто не могу не предупредить вас, дорогие слушатели. Дело в том, что то ли Николай Шахмагонов забывает, что он это уже писал, то ли у него такая индивидуально излюбленная манера работы с читателем, повторение мать учения и прибежище от слов, не знаю. Но некоторые эпизоды в главе могут встречаться, как бы кружить по нескольку раз. Невольно подумаешь, а все ли у тебя хорошо? Ведь тебя просто настигает дежавю. Постоянные ссылки на Википедию, какое-то рваное, нелогичное повествование, немыслимые и неоправданные погружения в жизнь прабабушек, бабушек, матушек, наших героев и героинь. Из хорошего эта книга позволит вам пересмотреть картины, переслушать музыку и увериться в правоте Равеля. Если искусство перестает быть красивым, зачем оно? Книга тому подтверждение. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».